21 глава 4 книги царств. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь от лица сынов Израилевых. И устроил снова высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы погневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими, за то, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того». И протяну на Иерусалим мерную ветвь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим». За то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще же пролил Манассия весьма много невинной крови, так что наполнил ей весь Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Аммон, сын его, вместо него. 22 лет был Аммон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогой, как которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им. И оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним, и составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него.